Половина туда сейчас. Ларис, где ты есть, Ларис? Поход делаю, я не знаю, на самом деле. Я не видел там что-то как-то вспышка и все. А вы в каком вагоне ехали? Не знаю, там. Нет, вы в каком вагоне ехали? То ли второй, по-моему. Вы? По-моему, да. По-моему, втором. Я не. Там оглушило вообще что-то. Взрыв очень сильный был. Не знаю, ну не сказать, чтобы сильный, но приличный вообще. Скажите, а на ваших глазах много людей пострадало, много увезли? Я не видел, я только видел там задымление, и все начали выходить оттуда. А как вы эвакуировали вас? Достаточно быстро? А? Вас эвакуировали достаточно? Ну, я сам вышел. Вы вышли здесь, через границу, сам, да? Как вас зовут? Александр. Спасибо. Да, сейчас, я не знаю.